Не все ивановцы смогли вовремя добраться до работы во вторник утром. Дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Куконковых и Первая Полянская стало причиной большого затора. Через несколько минут после первого столкновения на перекрестке произошло еще одно, но не такое серьезное. Самые тяжелые травмы получил несовершеннолетний пассажир «восьмерки». Он сидел на переднем сиденье. Удар как раз пришелся на эту сторону. Подросток приехал из Азербайджана к своим родственникам погостить, и первый день в России для него обернулся трагедией. Водитель «восьмерки» не сумел объяснить, как произошло ДТП. Инспекторам пришлось восстанавливать картину произошедшего по расположению машин и на основании слов очевидцев. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109, находясь в левом ряду, приступил к совершению маневра обгона и выехал на правую полосу. В это время двигался автобус ПАС, и он совершил столкновение с ВАЗ-2109. В результате данного происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир ВАЗ-2109. Он находился на переднем сидении, предварительно был, по предварительным данным, был пристегнут ремнем безопасности.